День Победы в скверах и парках городского округа красногорцы могли стать зрителями многочисленных концертных программ. В Зеленом театре артисты выступали с утра до позднего вечера. У нас выступали и детки, и взрослые, и танцевальные коллективы, и фольклорные, и хореографические, и взрослые хор русской песни «Опалиха». Выступали клубные формирования в парке Красногорска. Очень много было приглашенных гостей. Песня о войне исполнил со сцены православный хор инженерных войск «За веру и Отечество». Коллектив существует уже четверть века, выступал на различных мероприятиях. Но 9 мая для людей в форме остается особенным праздником. Наш хор состоит в основном из солдат срочной службы, но и тех людей, которые уже отслужили когда-то в хоре. Вот, мы все вместе там собираемся, поем на литургиях, в храмах, выступаем на концертах. Очень у нас коллектив многофункциональный в плане музыки. Ближе к вечеру в Зеленом театре устроили дискотеку. Поплясать от души вышли и дети, и взрослые. Тон со сцены задавали артисты шоу театра «Максимум».